Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и мы с вами снова в игре Хроники Риддика. Штурм темной Афины, и мы видим указатель. Вон, у Риддика аж руки запотели, пока он ждал, пока мы вернемся снова сюда. Северная новая... Север новой Венеции, во. Если вы не помните, чем мы занимались в прошлых сериях, ребят, нажимаете букву I в правом верхнем углу экрана. Там будет плейлист по прохождению хроник Риддика. Посмотрите, обновите свою память. А тем временем мы продолжим. Мне, кстати, в Риддике нравится, что он оружие и так может ставить, и сбоку, и вот так может ставить. В какой игре вот так вот можно было стрелять? По-моему, какой-нибудь только GTA. Попался. Да-да, я в тебя ух ты! Как получилось-то случайно. Случайно в воздухе подорвался. Снаряд. Выходи, поиграем? Давай, выходи, поиграем. Мафа. Чё? Используйте. Окей. Ой-ой-ой. Ты еще живой? Да вроде нет. Это очень нам хорошо. Ух ты. Ёшкин матрешкин. Класс. Еще там вон один. Улетел ты, нет? Как нам здесь перебраться? Да что ж такое? Ну-ка выпрыгни. Ага, сдулся он. Ху-ху-ху! Жесть! Сейчас что-то их мало. Здесь было в разы больше. Отлично. Отлично. Здесь вот крякнул кто-то. Чувак, тихо. 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 Использовать оружие андроида, да. Патроны быстро тратятся, кстати. Да елки, еще один. Я что-то не могу понять.
Может быть сюда от... Может быть сюда набросать ящиков? Может быть такая здесь задумка? Давайте-ка попробуем. Воу, автомат, дробовик, ура! Ты погляди, походу правда. Сейчас посмотрим. Попробуем все ящики оттопырить. Во, потихонечку вот таким макаром будем их продвигать. Да что ж такое-то? Как это все удобно делать? Ну я почти уверен. Я почти уверен, что это правильное решение. Ух, полетел-то как. Ух ты, а их можно и так бросать. Окей. Слушай, да клёво вообще. Вот. Может, просто нужно выстрелить туда? Да ёптить, сюда реально надо было выстрелить, я из ящиков. Блин, снял много. Супер, супер, супер. Так, а туда как попасть? На намет, давай. Интересно, этот тупырь может встать? Может, блин.
Какой же он гнусный, нудный, а. Ух, мля! Ну ты скотина, ну ты скотина. Либо у него реально, типа... критическим уроном является то, что мы в него сразу 5 зарядов запихиваем. На, скотина. Охренеть. Не то, не то и не то. Ладно. А это что? У-у-у! Ты погляди, здесь тайнички-то какие, а? Общий эскиз Агуэры. Корнвальд Сандерс. Опять за убийство разыскивается, но ничего такого необычного и нового. А вот еще. А вот еще. Гражданское лицо на Агуэре. Трип Страйдер. Публичный игровой дом, короче, взорвал. Разместил взрывчатку. Офигеть. Подорвал игроманов. Вообще так нельзя делать. Зачем? Люди хотят играть, а их подорвали. Отлично, у нас теперь 5 из 5 здоровья. Мы сейчас вот сюда забежим. Глянь, тут что творится. Оу. А я что-то не понял. When death calls, don't be in a hurry to answer. Well, whoever you are, please help me. The mercenaries, they jammed our communications grid. This is the only spot I've been able to transmit to. I saw the ship. I saw it through my window as it came down. The most frightening thing I've seen in my life. Merc spewed out from its belly. They've been sweeping the streets now, looking for survivors. I can hear them patrolling outside. The communications grid. They deployed signal jammers after the gas attack. Go outside and look for them. 5 flashing beacons located across this and the nearby islands. If you destroy them, the signal should clear up. Then I can contact the others. Так. Maybe even reach our neighboring systems. They could help us. Yes, yes. I'll do what I can. Oh, thank you, thank you. Hurry. I think I hear someone outside. I'll wait right here. Замечательно. Это не вот такой случай маяк? Нет. Это не такой маяк. Ну, я предполагаю, что маяки эти располагаются, скорее всего.
Один из пяти генераторов помех уничтожен. Так это антенны, оказывается. Это, оказывается, речь об антенне. Это солнечная панель. Два уничтожено. Прекрасно. Я полагаю, что мы сейчас в ту дверь полуразваленную войдем. Там еще несколько увидим. Мы сейчас два разбомбили. Остальных что-то не видать. Вопрос в том, куда нам идти. А, это север. Нам на север. Там корабль, бла-бла-бла, туда-сюда. Нам, значит, надо бы сюда с вами двинуть. И поглядеть, что здесь происходит. Рендеринг альфа-андроида. Оу. Картинка быстро исчезла. Печалька. Это, видимо... Видимо, это место специально было сделано для того, чтобы мы могли вот эту антенну сломать. Мы ее сломали прямо оттуда. Эту антенну в эту попадем. Попали. Нет, это не антенна, это хрень какая-то. Значит, будем возвращаться. Интересно, а тут можно вернуться? Хотя, во-первых, это вряд ли, а во-вторых, это не нужно. Хотя можем вернуться. Ты глянь, и здесь открытые. Village Square. Ну, на площади, скорее всего, могут антенны стоять. Главное, чтобы всякие альфачи, драчучи не очнулись. Антенны. Нас же неспроста сюда снова пустили. Да. Три из пяти. Три из пяти. Агуэрский наномет. И Слингер Ремнан. За уничтожение частной собственности разыскивается. Ты гляди, реально нас... когда мы взяли это задание, нам разрешили возвращаться назад. Все двери открытыми стали вдруг. Я очень надеюсь, что, по крайней мере, паучков мы здесь не увидим больше. А антенны эти, блин, их еще поди увидь. Да, музыка в игре, конечно, жуткая вообще. Антенны. Здесь может вообще не оказаться антенн. А могут и оказаться, потому что мы подумаем, что антенн здесь нет. Такой же может быть легко. Скорее всего, где-нибудь на складе там стоит антенна какая-нибудь. Как это было неожиданно и противно. Опа, вот она.
ты гляди, правда. 4 из 5. Вопрос в том, есть ли здесь еще антенны. Есть. На жопе шерсть, вон она. Возвращайтесь на станцию связи на севере Новой Венеции. Сообщите Гейбрилу, что уничтожили все генераторы помех. Да, окей, главное, чтобы нам не помешали сейчас вернуться назад. Классная пушка вообще. Вот это я называю Физик-Икс. Ты погляди, даже бомбу можно подбросить. Ну, правда, не то, чтобы подбросить. Хотя бы перевернуть. Судя по изменившейся музыке, вероятно... Вероятно, сейчас кто-нибудь нам попытается помешать. Нет? Да, один андроид там стоял. И теперь он там уже не стоит. Самое главное, чтобы сейчас паучков здесь не было. Вот таких вот. Даже на них это действует. Классно. Гейбрил. Что он там брил? Ну ладно, в любом случае мы с ним поговорим. Самое главное, чтобы этот альфач сейчас не ожил. Я не помню, валяется он там, не валяется. По-моему, не валяется он уже там. А может и валяется. Валяется, смотри. И даже гранату до сих пор можно с него взять. Причем недостаточно мощные даже. Ну как достаточно мощные? По-моему, самое мощное, что взрывается в этой игре. Сейчас взглянем, что он нам скажет. Пять антенн. В принципе, задание того стоило, мне кажется, что мы сходили, это все сделали. По крайней мере, помогли людям мирным, из которых андроидов хотят сделать. А может быть, нам даже помогут. If you're going through the refinery, I'm in the room next to the service elevator. We could team up. I will wait for you. Now, God willing, I'll be able to contact the others so we can get out of this hell. Goodbye. Какой хороший человек. Он нам предложил помощь. Найдите Гейбрила на нефтезаводе. Отлично. Достижение выполнено. Достижение — это всегда хорошо. Сохранялочка на сохранялочке. Это тоже приятно. Теперь нам, вероятно, здесь надо будет как-то взобраться. Да не, ничего тут сложного опять нам не предложили. Здесь заперто. А здесь мы решетку, по-моему, взорвали. А, и здесь ничего и взорвать-то не надо. Давай, слезай. Оу. Мы в свою стихию попали.
Нормально нам так. Нормально нам так навешали, толпища такая, хренак. И все, пистолет-пулемет. Ну такой говнище, пистолет-пулемет, просто мрак. Ладно, будем искать наномет. Будем поправлять здоровье. Судя по звуку, здесь паучок был. Ух, нам повезло, что паучка здесь не оказалось. Картриджи здесь не оказалось, тоже не оказалось. Жаль, ну ладно. Old Town, блин, теперь старый город уже, ё-моё. Нефтезавод, давай, какой старый город, ну. Хватит городов. Одни сплошные города. Ну, я думаю, что мы с вами не будем заниматься ерундой, а заберемся наверх. Найдем картридж наномед и чего еще? И ничего еще. Ты что творишь, ящик? Офигеть. Ладно. This city's a ghost town, built on fear and empty promises. My kind of place. Город-призрак. Альфа-андроид. Бендир. А, Бендер. Бендер. Нифига за попытку геноцида на планете Алку. Жесткий преступник. Андроиды где? Чё-то не видать. У. Есть какая-то кладовка. Оу! Шикарно. Я думаю, что двух нам хватит. Вполне себе. Какие здесь звуки интересные. Обалдеть. Кнопка запирания двери, кнопка отпирания двери. Run,
не совсем, конечно, удачно. Я думаю, что в этом случае столько, сколько мы картриджей с вами понаходили, я думаю, что имеет смысл. Блин, с этой пушки тяжело попадать в множественные цели. Это, по сути, тот же самый шокер. Во. Ставьте картридж. Ставил, ставил. По сути, это тот же шокер. Только это летальное оружие. А то нет. Мое новое оружие. Отлично. Спасибо, ребятки, что оружие мне предоставили. А здесь будет опять здоровый. Блин, здесь опять здоровый. О-о-о-о. Чувак, не надо так. Чувак, не надо так. Это реально босс. Альфа, хрен альфа, блин. Бля, как ты хоть сквозь стену-то в меня стреляешь-то, а? Ой-ой-ой. Нет, это на него вообще не действует. Риддик, чинись. Чинись, Риддик. Я тебя прошу, чинись. Да сколько хоть. Зашибись. А-а-а.
так это так удобно, окей. Будем, короче, копить, значит, 5 снарядов. Максимально большой урон. Там, походу, чувака немного заглючило. Арена. А у нас полное здоровье, вообще блеск. Короче, в него по одному разу было абсолютно бесполезно стрелять, он типа к этому невосприимчив абсолютно был. О, да. И он, короче, сейчас, конечно же, встанет. Ах ты, скотина. Окей. Ух. Сломанный мост, это плохо. Мост на Агуэре. Не прочитал я карточку. Я рвусь вперед. Ух ты, ёпти. Ой, прям в рыло попал. Уху-ху-ху-ху. На, чувак. Это нефтеперерабатывающий завод, это просто жескач. Это уже на сингулярити на какой-то похоже. Сколько у меня здоровья? Ух ты. Патрончики, патрончики. Карточка. Турель-паук. Кроучер. Ползун, что ли? Улонг. Э!
с канцелярским ножом на пешеходов нападал. Это ж они придумывали это все. О, Райфинери, зашибись. Здесь, короче, на нефтяном заводе на этом будет нас ждать тот чувачочек. Гля, огромные гигантские толстенные кабели из системного блока. Мы, короче, с вами в системном блоке сейчас гуляем. Ну, конечно. Вы добрались до нефтезавода, двигайтесь дальше, чтобы попасть в звездный этот... Снайперская винтовка. Прикольно, типа здесь показывает винтовка. Сторону, короче, направление и дистанцию. Офигеть, снайперская винтовка. Кто бы мог подумать, что в Риддике такое может быть. Только она какая-то странная, прицел у нее гигантский, а сама она маленькая. Связь деактивейтед, понятно, короче, все сломали. Для чего в Риддике снайперская винтовка, я, если честно, понять не могу. Ну, ладно, не мое это дело понимать, что здесь происходит. Мое дело решить все эти задачи. Что за дубина? Какая дубина? Скотина. Ну, здесь, я предполагаю, надо ящики подбросить туда. Бросил в себя ящиком. Вот. Ух ты, нифига. О, понятно. И в это самое нифига нам надо будет с вами переть. Ух ты, заряженный, классно. Какой-то древний, устаревший наномет. Самый крутой наномет был в Батчер Бэй. Девчонка Риддику помогает, он же ей посоветовал, типа... Со временем ты сумеешь обуздать монстра. Мы все-таки в него попали, лошара. Напейтесь, ему говорят, в сиську, иначе люди будут недовольны. Что там? А, это просто индикатор того, что дверь заперта. Блин, у снайперской винтовки это просто нежданчик, это такая неожиданность. Полетел. Пью. Ух ты. Ну что, друзья, серия затянулась немного, заигрался.
Продолжим мы с вами в следующей серии. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на канал, бейте в колокола и вступайте в паблик ВКонтакте. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующих сериях прохождения игры Хроники Риддика. Штурм Темной Афины, кстати, на которую по ходу дела мы сейчас с вами направляемся. В других прохождениях и трансляциях. Всем удачи и до встречи!